представляем имитацию бруса сорта С из хвойных пород древесины. Толщина материала 16 мм, общая ширина 142 мм, рабочая ширина 135 мм, длина 2000 мм. Имитация бруса хранится на закрытом, хорошо проветриваемом складе. В зависимости от партии материал может быть поставлен в термоупаковке или упакован с помощью скотча. Давайте рассмотрим особенности имитации бруса сорта С. К сорту С относят изделия, которые не прошли сортировку по дефектам согласно ГОСТ, как сорта Б. Дефекты сорта С регламентируются техническими условиями производителя. Важно отметить, качество биоматериалов сорта С от партии к партии может отличаться. Например, в одной партии определенные дефекты могут быть ярко выраженными, а в другой партии присутствовать в небольшом количестве или не встречаться совсем. Для наглядности мы распаковали две упаковки из разных партий. Как вы можете увидеть, на имитации бруса из одной партии ярко выражена синева и выпавшие сучки, тогда как на имитации бруса из другой партии они практически отсутствуют. На первый взгляд имитация бруса из второй партии выглядит более эстетично, но на ней встречаются дефекты кромки, в частности поврежден шип ПАС. Отметим, на имитации бруса сорта С могут присутствовать те же дефекты, что и на пиломатериалах сорта АБ, но в большем объеме. Чтобы подробнее ознакомиться с особенностями сорта АБ, перейдите по ссылке. А сейчас рассмотрим максимально заметные, выделяющиеся дефекты сорта С. Для демонстрации мы подобрали доски с максимально допустимыми дефектами, но это не значит, что все они будут присутствовать на одной доске. Сквозные выпавшие сучки в нерегламентированном количестве. Кромочные выпавшие сучки. Синева большей площадью, чем у сорта АБ. Дефекты кромки, может быть поврежден шип ПАС. Прорость не регламентирована по размерам и количеству. Непрострок большей площадью, чем у сорта АБ, а именно до 30% лицевой поверхности изделия. Несмотря на присутствие заметных дефектов на имитации бруса сорта С, их можно замаскировать. Например, выпавшие сучки заделать черным герметиком или шпаклевкой в цвет доски. Синеву покрыть кроющим составом, и тогда она станет незаметна. Участки с ярко выраженными дефектами можно выпилить. Оставшиеся участки с менее выраженными дефектами используют для обшивки стен вокруг дверных и оконных проемов, где как раз нужны отрезки материала небольшой длины. Имитация бруса сорта С подойдет тем, кто хочет уложиться в ограниченный бюджет и имеет достаточно времени, чтобы дополнительно поработать с дефектами и сделать их менее заметными, а также тем, для кого эстетическая составляющая не играет первостепенную роль.